Неразбериха с коммунальными платежами продолжается. Клинчане возмущаются. Платим исправно, а долги растут. При этом дозвониться за разъяснениями в клинский офис Мособлоирц практически невозможно. Отсюда длинные очереди в офисе и массовые жалобы клинчан. С детального разбора этой ситуации началась еженедельная планерка. Руководитель администрации Эдуард Каплун поставил задачу руководству Мособлоирц решить все вопросы в ближайшее время. Давайте определимся по дате. По дате у нас сейчас процессинговый центр, он работает. Мы сейчас привлекли процессинговый центр Мосэнергосбыта, потому что сами не успеваем. Основные ошибки в квитанциях – некорректная переплата поставщикам услуг. Вся путаница из-за цифр в графе «авансовый платеж». Если сумма с минусом, необходимо разбираться и для начала написать заявление. Сделать это можно не только в самом офисе Мособлоирц. Можно подойти, написать заявление, оставить его у секретаря. Оно зарегистрируется и будет отработано. А можно подать через личный кабинет Мособлоирца. А также можно на сайте Мособлоирца написать сообщение. Его тоже рассмотрят в ВКонтакте, в Твиттере. И там тоже можно оставить свое сообщение. Оно также будет обработано, также принято в работу. Массово устранить ошибки Мособлоирц обещают к июню. Если есть сомнения и вопросы, в клинский офис дозваниваться придется по многоканальному телефону 8 800 555 07 69, набирая добавочные номера 158 и 159, для Высоковска 219. Есть определенные часы, когда контактный центр достаточно разгружен. В начале месяца очень загруженные, но часы с 8 утра до 10, они достаточно свободные. И вечером с 18 до 20 тоже достаточно свободно можно прозвониться. А с 18 апреля Мособлоирц открывает дополнительный офис на Ленина 12. Вас также проконсультируют по вопросам коммунальных платежей.